Всех привет и правильным процессом продолжаем проходить вокруг третьей кампании Стражей Ужаса Морей. Что у нас? Интерлюдия. Видение Мафариона. Он пошел в лес разбираться. Пока разбирался, я не знаю, Мафарион. Он всегда един с природой, он бит, можно сказать так. Ну что? Опа, начинаем. Эти земли пострадали не меньше, чем ясеневый лес. Чума нежити погубила несметное множество деревьев. Если бы только друиды могли... Землю раздирает на части. Боль невыносима. Древние духи леса, заклинаю вас. Покажите мне то, что скрыто от взора. Покажите, что истязает эту землю. Я вижу холодные пустоши Нордскола, вершину мира. Сама земля раскалывается. Как такое возможно? Кто стоит за всем этим? Получилось. Ничто не может противостоять силе Ока. Скоро я покончу с врагами моего господина и потребую у него справедливой награды. Благодарю вас, великие духи. Я знаю, что нужно сделать. Обещаю вам, его вероломство не останется безнаказанным. Окей, мы узнали, чего. Ну, я не знаю, за кого тут все, понятное дело. Руины Долорана, глава 7 у нас. Ну, господа, загружайтесь быстрее. Сколько можно за... А не загрузки только. О, помню, я когда Warcraft 2 играл еще... По своему PlayStation 1, блядь, сколько там загрузок было? Компанию там не проходил я? Заходил туда. У меня там глюк был почему-то. Я так, ты понимаешь, у меня царапан диск был, из-за этого я пройти дальше не мог. И крипы тоже не мог там все посмотреть. Ах. Вот такие у нас истории в данный момент. Как я с Warcraft. Первый не играл, второй играл. Маев, нам нужно поторопиться. Иллидан начал ритуал, способный расколоть вершину мира. Мы должны... Постой, а где Тиранда? Мне жаль, Шандо, но жрица пала в бою. Мы помогали отряду солдат Альянса отбиваться от нежити. Жрица доблестно сражалась, но я своими глазами видела, как ее разорвали мертвецы. Разорвали? Тиранда, сердце мое, я должен был быть там с ней. Ты еще сможешь отомстить за ее гибель, Шандо. Мы покончим с Иллиданом вместе. Именно из-за него мы пришли в этот проклятый край. Он причина твоей потери. Шандо, это принц Кельтас, союзник, о котором я рассказывала. Приветствую тебя, великий друид. Мои разведчики подтвердили, что Иллидан и его змеи расположились на руинах города Долоран.
Они исполняют какой-то странный ритуал с помощью артефакта, похожего на драгоценный камень. Должно быть, они используют Око Саргероса. Но зачем им наносить удар по вершине мира? Это не важно. Они умрут раньше, чем успеют завершить ритуал. Иллидана нужно остановить раз и навсегда. Ну чё, начнем игру? Начнем, господа, игру. Она наврала, но это всем известно. Так. Неужели сон притупил мои чувства? Не хватает места. Да будет так. Так, окей. Ух, у нас тут что есть-то, блядь. Мы впустую тратим время. Иди сюда, поближе. О, у нас дракончики здесь даже есть. Нихуя себе, это у нас эльфы. Осталось 30 минут, господа. Нам за 30 минут надо успеть все сделать. Так, давайте вот это делаем мы. Тарек нанимаем. Так, здесь у нас... Нанимаем тебя, лучниц. Ну, тебе еще чуть-чуть. Недостаточно золота. Денег нету. А что это такое? Это бесконечное появление, что ли? А нафиг они мне нужны, эти дракончики? А хуй знает, да? Даже великаны где? А, вот они, великаны, заебись. Вот великаны мои, дорогие великаны. Так, вы что у нас? Понятно, ну ладно. Укажи мне путь. Бля, комары тут забегали у меня уже. Приказ понял. Так, окей, господа. Маги захватили в плен людей-паладинов. Если мы освободим их, они помогут нам остановить Иллидана. Паладины людей? А давайте его попробуем освободить. Его, исследование завершено. Виновные будут наказаны. Давай, побежали сюда. Так, что у нас здесь? Тут есть враги какие-то у нас здесь? Близится финал. Нет, тут у нас врагов нету. Блять, комары, сука, забили его. Я уже заждалась. Самое время. Я завершу начатое. А в ход я где? Я завершу начатое. Я готова. Близится финал. Сейчас поможем этому... выйти. Так, окей, у нас время еще пока есть. Ты у нас готов. Замечательно, идете сюда. Проси, о чем хочешь. Так, тут у нас друида нет, да? Вот друид, медведь здесь. Давайте наймем тебя. Нужно и великан одного. Все, лунные колодцы нам нужны. Виновные будут наказаны. Самое время. А, как я нам уже сюда идти-то, блядь, нахуй? А нахуй нам сюда идти? Не знаю, я буду. Я завершу начатое. Виновные будут наказаны. Тут охраняет, фигня у него полная. Нужно больше. Подожди. Вступили в бой. Самое время. Грит. Тьма не устоит перед нашей праведной мощью. Опачки, это паладин за меня играет. Мы поможем вам уничтожить этих нечестивых тварей. Наши воины вступили в бой. Я завершу начатое. Да убейте их нахуй. Виновные будут наказаны. Слушаю тебя. Так, дайте пока сюда. Будет исполнено. Ух, ё-моё. Мой народ. Я чувствую, как их магия разрушает вершину мира. Мы должны прекратить это. Сейчас будет, подожди ты, Муфрион. Давайте тут прокачим. Так, что тут у нас что? Ты, медведь, давай тебя прокачаем чуть. И медведика еще вызовем себе на помощь. Жду приказа. Рассказывай. Так, друид у нас тут, ворон. Так, обучает охотницу. Давайте... Недостаточно золота. Блять, у нас еще нет этих, можно сказать... Самое время. Сюда? Близится финал. Друид. Что-то не так. Надо вот это взять. А ну, дура. Что у нас как дела-то вообще? В общем, все плохо. Давай выздоравливайтесь, господа. Мое сердце жаждет битвы. Сколько у нас? 24 у них, а у нас 22. За мой народ. Твой народ уже все, пиздец.
Краху, блядь. Исследование совершено. Принес сам себя. Так, окей, тут у нас... вот что у нас. Сейчас колодцы будут построены, господа. Раз, два, три. Три колодца одновременно, один у нас последний будет готов. Так, ну чё, господа, готовы вы? Погнали сюда. Сейчас пойдем в атаку, да? А где тут вход у них? Где-то здесь, по-любому, сюда вот надо Близится финал. По-любому сюда надо идти. Так. Это у нас армия будет собираться сейчас. О чем ты попросишь меня? Это то же самое сюда идет. Не знаю, по идее должно хватить денег. Даже это все построится, и у нас наймутся некоторые воины. Так, цифра 2 тебе беру. Самое задание готово. Мне неведом страх. Я завершу начатое. В атаку, господа. Мое сердце жаждет битвы. Правосудие свершится. Виновные будут наказаны. О чем ты попросишь? Мы задержим Нак сколько сможем. За Кельталас. У союзника проблемы. Нужно. Но они пока справляются. Базе союзника нужна помощь. Виновные будут наказаны. Не, вы атакуйте, вы атакуйте. Слушаю тебя. Будет. Идем на помощь. Так, тут у нас. Слушай. Идешь за ним? Не-не, идешь за ним. Идешь за ним. Так, готовится у нас базе новое. Базе союзника нужна помощь. Строим тебя снова, великанчик. Давай теперь брать. Недостаточно золота. У нас золота нет, да, господа. Близится финал. В атаку, господа, в атаку. Деревьев здесь нету, очень жаль. Принимаем тебя. Богиня, укажи мне путь. Я завершу начало. Пока прорываемся, так, окей. Наши воины вступили в бой. Ты идешь сюда. Исследование завершено. Тут у нас где-то прорыв есть, да? Я полагаю, сюда сходить. Здание готово. Будет исполнено. Не, иди сюда, 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 сюда. Бля, тут еще армия нежити, ёб твою мать. Надо два отряда. Два человека. О, как раз идёшь сюда. Я вся внимание. Наши воины вступили в бой. Принимаем тебя. Лучниц. Четыре штуки хотел построить, золота. Но у нас ничего не выходит. Спящий так, что пробудился. Я могу построить? Нет, не могу построить, но так до стаба могло быть. Дойти. Сейчас, короче, ждем. Во, все, пробежали. Правосудие свершится. Я готов. Блять, одного не хватает. Ну ладно, стою на страже. Самое погнали. Время. Я уже заждалась. Нет, подожди. Ждем самое вторую время. Армию. Ты попросишь меня? Ждем вторую армию, сейчас вторая армия придет. У нас мало так, времени. Так, друидом не может быть, я да? готова. Дерево вечности нужно, а это, блядь, пиздец денег стоит у нас. Давайте один колодец еще построим здесь. Вот тут пока побудьте. А не, подожди, цифра 2. Мне армия. Неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Почту погнали. За честь. Давай их наймем здесь, на всякий случай. Вот они собирают свою армию, я так понимаю, да? Угу. Здесь. А нас тут атаковать не будет здесь? Ну, мы за дерево тут построим, и все. Бля, я про время забыл. У нас время-то не бесконечное. Да, здесь дерево построим на всякий случай. И здесь дерево еще построим на всякий случай. А потом пускай она дальше здание копится готово. И все, ё-моё. Так, ты у нас, да, дорогой, давай идешь дерево рубить. Добывать, точнее. А ты у нас построишь здесь... Недостаточно золота. Блядь, 135, господа. 135 золотых надо. Как высокие расходы прям.
И тут нам не на руку. Все, я господа, уже погнали. Заждалась. Я завершу начатое. Мне неведом. Как прикажешь? Уши у тебя. О чем ты попросишь? Пора продолжить охоту. Пиздец просто, ёптема. Близится финал. Мое сердце жаждет битвы. Мой народ. Здание готово. О чем ты попросишь меня? Как прикажешь? Так, у них ничего нету. Или да, ну ловим нахуй. Да, маны нифига нету, бля. А маны-то нету. Виновные будут наказаны. Бля, дерева тут нет нихуя, очень хуёво. Сердце жаждет битвы. У него слишком духуя. Мне неведом страх. Так, господа, вызываем еще подкрепление. Недостаточно. А, понятно. Золота. Ничего у меня нет, нихуя. Слушаю тебя. Помой народ. Наши войны не виноваты. Я готов. Что-то не так. Мне неведом страх. А там тебя я не могу подлечить, да? Базе союзника нужна помощь. Я готов. О чем ты попросишь меня? Бля, маны тоже нихуя нету. Я единый с природой. Нужна помощь. Мое сердце жаждет битвы. Я готов. Мне не наши воины вступили в бой. Да наши воины как могут, твой как и сражаются, блядь. Пиздец просто. Так, тебе нанимаем. Недостаточно золота. Бля, без золота недостаточно, блядь, а? Я готова. Жду приказа. О чем ты попросишь меня? Наши воины вступили в бой. Нет, тебе надо накапливать, блядь. Пора продолжить охоту. Уши у тебя. Я уже заждалась. Я готова. Ой, давайте в атаку все, в одно здание, да? А не вызывать через эти, блядь, наги, блядь, нам. Приказ поняла. Неужели сон притупил мои чувства? О чем ты попросишь меня? Поторопись. Мы впустую тратим время. Правосудие свершится. Я един с природой. Я готов. Пора продолжить охоту. Нихуя здесь, бля. Девятый уровень уже. Правосудие свершится. Что у нас есть? Бегом, бегом, бегом на помощь. Лучниц. Недостаточно золота. Блять. Так и нахуй тебя, бля. Давай еще вызываем. Наши воины вступили что в бой. Угрожает этим землям. За календор. Я должен. Пора продолжить. Мой, бля, пиздец мой. Я завершу. Мне не верим. Почту за честь. Поторопись. Что-то не так. Мы впустую тратим время. Что-то не так. О чем ты попросишь меня? На кого можем? Знаете кто? О, тебя!
Так, подождите секундочку, еще твой помощь. Еще сейчас будет. Так, давай, вылезай, давай. Я готов. Заебись, погнали. Слушаю тебя. Я един с природой. Мы впустую тратим время. Правосудие свершится. Что угрожает этим землям? Помощь прибежала. Да будет так. Базе союзника нужна помощь. Виновные будут наказаны. Пора продолжить охоту. Мое сердце жаждет битвы. Воскрешаем, кого попало. Союзника нужна помощь. Да мне бы тоже помощь бы пригодилась бы на самом деле. Идем на помощь. Гигант. Гусеница. Через жопу какую-то рвемся нахуй. Базе союзника нужна помощь. Давай, давай, быстрее. Мне не ведом. Ладно, пусть с вами. Неужели сон притупил мои чувства? Где Мэй? Я готов. Моя, блядь. А почему я не могу убивать? Я един с природой. А как я это убил, нахуй? Да я не понял, не умора. Мое сердце жаждет битвы. Укажи мне путь. Что-то не так. Поторопись. Мы впустую тратим время. Что? Да я не понимаю юмора, бля. Что? Все равно не понимаю нихуя я, блядь. Чё творится, блядь, здесь? Слушаю тебя. Нас минут еще у нас осталось. Я... Око раскалывает землю. Боль невыносима. А, он в любом случае уничтожит, да, это все? Понятное дело. Идем в атаку, господа. Пора продолжить охоту. Мы впустую тратим время. Наши воины вступили в бой. Самое время. Уже погибнет последнее, блин. Что-то не так. А, все, задание выполнено. Самое главное вот эти купить и все. О, на 20 минут справились, можно сказать, да? Нет, я не закончил. Это еще не все. А Лидан мы уже давно убили, да? Хороший расклад. Все кончено, брат. Пришел конец твоим нечестивым замыслам. Иллидан, ярость бури. За то, что ты бездумно подверг опасности тысячи жизней. За действия, которые угрожали равновесию всего мира. Я приговариваю тебя к смерти. Иллидан, из-за тебя было пролито слишком много крови. Даже сейчас я чувствую, как содрогается от твоих чар земля Нордскола. Темница была бы слишком легким наказанием. Я сама приведу приговор в исполнение. Глупцы! Как вы не понимаете? Мой ритуал должен был ударить по нежити, нашему общему врагу. Я намеревался уничтожить цитадель Ледяной Короны, твердыню Короля Лича. Не считаясь ценой, которую придется за это заплатить. Из-за тебя погибла Тиранда. Что? Прошу прощения, Малфурион. Может быть, жрица еще жива.
Ее унесло течением, но говорить о смерти преждевременно пока... Кельтас, замолчи сейчас же! Ты же сказала, что ее разорвали мертвецы! Ты солгала мне?! Нашей главной задачей было схватить предателя. Мне нужна была твоя помощь, Шандо. Я знала, что если скажу правду, ты помчишься спасать ее, и мы упустим свой шанс. Я... И кто из вас теперь предатель? Я должен поспешить на помощь Тиранде. Брат, поверь мне. Несмотря на все наши разногласия, ты знаешь, что я никогда не причинил бы вреда Тиранде. Позволь помочь тебе. Мои наги прочешут всю реку. Дай мне сделать хотя бы это. Хорошо. Что? Ты доверишься этому предателю? После всего, что он натворил? Замолчи! С тобой я разберусь позже. Пойдем, брат. Вот это пару событий. Ну, блядь, он, конечно, слишком... перебил палку, потому что, блядь, он это пиздец просто. Как это так можно-то, блядь, а? Ну что, снова братья. Два брата, вот она, глава 7, но, скорее всего, это последний у нас будет на этой ноте. На этом мы уже увидимся в следующей серии. На этой ноте мы заканчиваем, увидимся в следующей серии. Другие прохождения, всего удачи вам и пока!